Священнослужители и прихожане протестантской церкви «Живая вера» провели очередную кампанию по восстановлению лица земли в Пензенской области. В ходе акции было посажено около 5 гектаров нового леса. В рядах зеленых добровольцев оказались и наши коллеги. В Пензенской области священнослужители и прихожане протестантской церкви «Живая вера» совместно с Чаадаевским лесничеством провели экологическую акцию по восстановлению лесного массива близ села Архангельское. Ваш посадили 5 гектар сгоревшего леса, который горел в 2010 прошлом году. Вы очень большие молодцы, мы вам очень благодарны. Мы вместе с нашей церковью, со всеми семьями приехали сюда сажать саженцы, чтобы восстановить лес, который пострадал от многочисленных пожаров. И мы благодарны за такую возможность восстановить лес, ведь лес – это легкие наши планеты, и мы сможем сами спокойно дышать свежим воздухом. На протяжении уже 6 лет пензенские протестанты помогают восстанавливать леса в своей области, которые пострадали от сильных пожаров в 2010 году. Активисты регулярно приезжают целыми семьями с детьми, чтобы высаживать сосны и прививать молодому поколению бережные отношения и заботу о природе. Сейчас вечер, мы уже закончили, посадили 5 гектаров леса. Мы были со своими детьми, они очень довольны, также нам помогали, сажали, бегали здесь на свежем воздухе. По словам организаторов, они планируют и в будущем проводить подобные экологические мероприятия, направленные на сохранение и восстановление природы Пензенской области. Спасибо организаторам за эту прекрасную акцию. Это очень большая возможность, чтобы поучаствовать в жизни нашей планеты, нашей природы. Библия говорит о том, что Бог создал эту землю прекрасной, чтобы человек все потребное имел в природе. Да, и лес – это легкие земли. И чем больше будет леса, чем чище он будет, тем, соответственно, мы будем жить в более экологически чистом регионе, в экологически чистой стране, тем больше у нас здоровья будет у самих. Поэтому, пожалуйста, берегите леса, пожалуйста, заботьтесь о лесах и, пожалуйста, участвуйте в подобных экологических акциях, потому что это полезно не только для всего человечества, но и для нас лично, чтобы мы были здоровы. Елена Адалимова, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для ТБН.